В едином клиентском центре ульяновских компаний «Газпром» «Межрегионгаз» физические и юридические лица могут подать заявку на газификацию и догазификацию, заказать разработку проектной документации и схем газоснабжения. Кроме этого, можно оформить договоры на присоединение к газораспределительной сети, а также на техническое обслуживание газового оборудования и поставку газа. Да, то есть у нас можно непосредственно в клиентский центр наш прийти, непосредственно можно дистанционно подать заявку. То есть это через портал, единый портал догазификации connectgaz.ru, то есть там регистрируетесь, подаете заявку, регистрация достаточно простая, и уже, соответственно, то есть на все виды услуг можете подать эту заявку абсолютно бесплатно, не выходя из дома. В зале обслуживания одновременно работает 9 окон для приема клиентов. Установлена система электронной очереди. Специалисты центра также проводят консультации. Ежедневно там обслуживаются около 90 человек. Как работают сотрудники, проинспектировали член правления ПАО «Газпром» Владимир Марков и генеральный директор ООО «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов. Повесьте себе эти выписки из постановления правительства Ульяновской области, где поименованы эти 13 категорий годников и с ценами и так далее. Хорошо? Желаю вам успехов. Также почетная делегация посетила выставку техники и оборудования, применяемых в отрасли газоснабжения, оценила комплектацию машин аварийной диспетчерской службы. Благодаря таким технологиям газоснабжение под надежным контролем. Чрезвычайных ситуаций значительно меньше. За этот год не так их много. Большинство это были ураганы, ветры ломали газопроводы. Значит, вот пришлось восстанавливать эти газопроводы. А в остальном, аварийно-диспетчерская служба справляется задачами и бесперебойно, безаварийно газ подает потребителям. Подключить свой дом к системе газоснабжения стало быстрее и проще. Нужно обратиться в единый клиентский центр газовых компаний «Газпром Межрегионгаз» и подать заявку. Тем более в рамках догазификации газовые сети до земельного участка проложат бесплатно. Всего 3 шага. Заявка через сайт единого оператора газификации, затем заключение договора и подключение газа. Отдельная категория граждан могут возместить свои затраты на приобретение газового оборудования. Субсидия для льготников предоставляется в размере до 100 тысяч рублей. Чтобы ее получить, необходимо обратиться в отделение социальной защиты Ульяновской области. Благодаря догазификации газ стал ближе и доступнее. Юлия Руднева, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.